В учебно-методическом образовательном центре городского округа Щелково подводятся итоги конкурса «Педагогический дебют». Участие в нем приняли 14 молодых специалистов, педагогов, которые только начинают свою деятельность. Все они талантливые, смелые, ведь принять участие в конкурсе уже маленькая победа. Заявить о себе в самом начале профессионального пути решатся не все. Стаж каждого из конкурсантов не превышает 3 лет. Кто-то приступил к образовательной деятельности только в этом году. Однако они смогли доказать, что их выбор быть учителем сделан по воле сердца. Сделали шаг. Шаг в свое дальнейшее развитие. Пополнили свою копилку, пообщались между собой. Я думаю, что вынесли все то положительное, что можно было взять. У вас ведь стаж совсем небольшой, а вы не испугались. Это уже победа ваша, поэтому вы не останавливайтесь на этом. В течение нескольких дней педагоги проводили занятия в незнакомых классах, принимали участие в публичных выступлениях. Первым же испытанием конкурса стало задание, название которого говорит само за себя. «У меня это хорошо получается». Молодые специалисты смогли заявить о себе, своем креативе, продемонстрировать навыки. Оценивала работу конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли опытные педагоги. Надо отметить, что они очень стойко переносили все конкурсные испытания. И надо отметить очень сильный состав участников в этом году. Жюри было очень сложно работать. Достойные кандидаты, и я думаю, что у них все впереди. Конкурсные дни пролетели, но волнение все же немного присутствовало и в финале педагогического дебюта, ведь участники не знали до последнего, кто же победил. Лучших определили по 3 номинациям. Абсолютным победителем стала Екатерина Овчинникова, учитель английского языка школы номер 11 имени Титова. В моей деятельности это первый значимый конкурс. Я очень счастлива, что удалось принять в нем участие. И еще больше счастлива за полученный результат и опыт в этом конкурсе. Как отметила сама победитель муниципального конкурса, такого результата помогла добиться поддержка коллег и руководства учреждения. Стоит отметить, в 2020 году учитель ОБЖ, а ныне заместитель директора 11-й школы Ефим Тучков, стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Победа все равно куется, да, именно командной работой. Да? Они же молодые педагоги, да, как я был молодым педагогом. Понятное дело, когда ты один, ты в поле не воин, а когда ты с командой, ты идешь к победе. Теперь перед абсолютным победителем муниципального этапа стоит непростая задача – представить Щелково на уровне региона. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.